Всех приветствую! Захотелось холодца. Варить будем сборный холодец в афганском казане на костре. В казан отправляем курицу. У нас домашняя, худенькая, потому что была не сушка. Свиную рульку, копытце той же свинки и телячью рульку. Вдогонку к мясу отправляются специи. Лук, морковь, лавровый лист, перцы горошком, черный и душистый. Заливаем все водой, не забываем посолить, ну и все. Казан закрываем и отправляем на огонь. Муж мне в последнее время помогает в съемках, спасибо ему большое. Готовим холодец 2 часа. Сегодня уже поздно и разделывать холодец будем завтра. Посмотрите, какая красота, а запах! Обалденный. Утром, немного подогрев мясо, вытаскиваем его из казана. Мясо отлично разварилось. Потрясающе просто. Разбираем мясо от кости, укладывая его в емкости, где оно и будет застывать. Обязательно не забываем добавить чеснок. Я его потерла в терку. У нас тут помогатор помогает. Мясо заливаем вкуснейшим бульоном и отправляем всю эту вкусноту и красоту застывать в холодильник. Приятного аппетита!